нас друзья говорят, что мы мало снимаем Сашу. Вот мы снимаем Сашу в красивом платье. Не в самом красивом, у нас еще есть красивее. Сашенька, мы идем на ужин. Скажи, из того, что есть на ужин, ну вообще в этом вот курорте, что самое вкусное есть? Не знаю, мне все нравится. Ну ты же не ешь все, ты выбираешь? Ну там курица очень вкусная. А на завтрак есть такие вот пенкейкс вместе с чоколад сыром. Да, пенкейкс, это такие оладушки. Да. Ну? С шоколадным сиропом. Вот тебе нравится. А йогурты? Я не пробовала, мама пробовала. Да, мама говорила, очень вкусно. А ты не ешь йогурты? Нет. А вот, допустим, пирожные, варенье тут всякие. Ну, варенье не ем, а пирожные после ужина вкусные. Да. Ну, хорошо, а вот рыбку ты кушаешь? Мясо, рыбку? Ну, может, иногда как-то. Картошечку жареную? Ну, это вот френч фрайс, да. Да, френч фрайс. Ну хорошо, так ты вот рекомендуешь детям, которые нас смотрят, вот ты можешь сказать, приезжайте тоже, вот вам тут понравится. Да. То есть тебе нравится? Да. Ну хорошо, пойдем кушать. Только мы пришли, можно сказать, в столовую, а здесь выставили такой... Окей, ликер, кофейный ликер. Окей, so show me, so you put very good coffee. Uh-huh. I brought Acapulco coffee tonight. Okay. Acapulco coffee, very good. Ну, поджог там что-то. Так, вот, горит. Айскрим, ой-ой-ой. О, много айскрима, так. Текила, very good. Так, наливает текилку. Боже, и куда он ее? Так, подогрел, налил. Так, несколько раз туда-сюда. Такое ощущение, что у нас сейчас весь алкоголь выгорит. Мексиканский кофе? Да. Все это суповами мексиканский кофе. Наливается в наш стакан. Окей. Thank you very much. Ну что, друзья, я не могу не продемонстрировать напиток, раз уж там такое. Значит, я напомню, кофейный ликер, сверху кофе, сверху мороженое и сверху вот эту горящую текилку. Неплохо, неплохо. Друзья, если у вас есть выбор в том, чтобы просто выпить кофе, и кофе по-мексикански, выпейте кофе по-мексикански. Это очень облагораживающий напиток. Рекомендую. После ужина у нас там намечается детское представление. А тут, вот возле площадки, где играет музыка, обычно и танцует, у нас тут мексиканская еда. Для тех, кто любит мексиканскую еду. Вот давайте я вам покажу. Вот тут такое мясо. И вот такое мясо. И вот эти блинчики. Они там как-то называются отдельно, но я не знаю название. Вот. Подливочки. Пахнет очень здорово. Пахнет изумительно. Сейчас много детей. Дело в том, что две недели идут весенние каникулы в Мексике. И многие люди, которые живут, мексиканцы, которые живут не возле океана, они съезжаются сюда. И вот мы как раз во вторую неделю вот этих каникул здесь находимся. Здесь очень много детей из Мексики тоже. Хотя, вот, как выясняется, основная публика, львиная доля публики, это все-таки канадцы. Что, в общем-то, легко объяснимо. Они из зимы, это зима снежная в Канаде, из зимы вываливаются в теплынь, в океан, в неограниченное количество алкоголя. И, конечно, есть большой смысл.
Вот на сцене уже там такой беспредел детский. Идет какое-то действие, там викторина, что ли, не знаю. В общем, вечер вступает в свои права.